Рэйч. Привет. А, ты не поверишь, но Моника с Чендлером снова съезжаются. Это же здорово, правда? Для них, да? Ну да. Да, но есть и хорошая новость. Мы снова соседи. Да? Знаешь, насчет этого... Рос, я очень благодарна за предложение переехать к тебе, но... Тебе не кажется, что это странно? Почему? Почему? Что тут странного? Ну, как сказать? Ведь мы с тобой... Наше прошлое. Нет. Нет? Нет, нет. Было бы странно, если бы мы продолжали жить прошлым. Ты что, до сих пор живешь прошлым? Нет, совсем нет. Отлично, я тоже. Значит, не проблема. Мы просто друзья, которые стали соседями. Ну ладно, только, Рос, мы ведь будем ходить на свидания. Правда? Будем? Ну да, у меня будет парень, у тебя девушка. О, это будет здорово. Ну, если ты думаешь, что это нормально, давай разработаем систему. Как было в колледже, помнишь? Я буду вешать записку на дверь. Приходи позже, мне повезло. Да, об этом я не подумал.